Ми, дорогі друзі, продовжуємо нашу програму. Нагадую, що в ефірі програма «Новий день», і до нас завітала наша гостя, постійна вже гостя, Тетяна Курочкіна, майстриня, яка своїми руками показує нам, що можна зробити просто золоті речі, по суті, не мають, будучи просто звичайною людиною. Тому що все настільки дохідливо пояснює Тетяна, що ми їй дуже вдячні. І сьогодні робимо брошку в патріотичних тонах. Да. Що і як, до чого? Поскольку передаю тобі слово. Праздник, ми определили, що оттінки будуть голубой і жовтий. Угу. Вот. Я зараз розкажу, що нам понадобиться для цього. Це буде фетр, основа нашої брошки. Угу. Обыкновенна булавка. Розочки, которые уже заготовлены. Сейчас я расскажу, как их делать. Mm-hmm. Это бусины, голубые, синие, желтые также. И лепестки, которые я также покажу, как делать из лент. Начнем мы с нашей. Так, робимо цю троянду, да? Да. Еще хотел спросить, фетр обязательно должен быть коричневым? Он может быть любого цвета по вашему усмотрению, то есть он может быть виден. У нас он будет полностью закрыт. Ага, то есть нет. Мы его заполним, да, то есть тут не имеет значения. Угу. Розы также могут быть по вашему усмотрению абсолютно другого цвета, то есть может быть что-то другое. Так, что мы делаем? Показываю. Угу. Мы наносим вот так на край силикон наш и заворачиваем. И начинаем формировать бутончик нашей будущей розочки. Угу. Таким образом мы закрутили. Попробуем накручивание таким. Да. Так как у розы бутон у основания довольно набитый, то угу. есть скручиваем мы плотно. Нам нужно сделать несколько витков. Самое главное делать это быстро, чтобы клей не успевал да, застывать. Да. Потому что пока примерили, пока посмотрели... Для начала можно попробовать это делать на шпажке, угу. вот, чтобы не бояться обжечься. Потом уже позднее, когда будет получаться, можете начинать пробовать без нее. Угу. Вот таким это образом. Достаточно-таки просто. Мы как бы начинаем выстраивать лепесточки нашей розочки. Угу. Можно приложить, посмотреть. Вот. Допустим, угу. вот так будет. Оборачиваем обратно. И уже проклеиваем. Да, уже проклеиваем и приклеиваем то, что мы заранее спланировали. Так постепенно выстраивается наша розочка. Угу. Очень красиво, хочу сказать. Получается, ну, конечно, у мастера в руках все хорошо получается. Конечно, первый раз, первая роза, я уверяю вас, дорогие друзья, получится, возможно, не сильно роза. Но стоит попытаться. На самом деле, практикуя их, потом понимаю, что насколько это легко. Вот уже угу. постепенно у нас выстраивается. Мы, получается, заворачиваем каждый да. раз, делаем да, такой вот зигзаг какой-то тканью, лентой. Стараемся как бы не повторять. Угу. Это позволит добиться определенной натуральности в исполнении угу. розы. Я пока просмотрю уже готовые варианты. Пожалуйста. И покажу зрителям как раз, чтобы подтвердить, что действительно розы разные. Стараемся две идентичные розы мы в природе не видели. Да. Ну, хотя бывает, конечно, красота. Стараемся проклеивать всю плоскость, которую мы планируем приклеить, то есть, чтобы нигде не оставались пустые места, чтобы розочка плотно держалась. Тут у нас такая небольшая бутонерочка готова. Угу. Вот. Сейчас мы отрезаем нашу ленту. И край заворачиваем аккуратно вниз угу. и приклеиваем также. Завернули и готово. И вот еще у нас остается ага. такой хвостик. То есть нам нужно спрятать все основание. Да. У нас получается вот такой уголочек. Для угу. того, чтобы мы будем его клеить на плоскую поверхность. Я понял. То есть, нам нужно его сделать тоже плоским. Угу. Мы вот так аккуратненько сгибаем, прижимаем пальчиком. Вот. Перед этим... По сути, угу. закрываем эту шапочку. Да. Делаем что-то подобие на шапку. У нас должно быть более или менее плоское основание у нее. Угу. Можно его срезать. Тогда будет проще. Да. Ну, тогда можно срезать силикон, и тогда распадется да, вся то есть, розочка. На первоначальных тоже. Этапах советую в любом случае проклеивать и заворачивать. Не рисковать. Да. Ну что, теперь покажу, как мы будем делать mm-hmm. основание для нашей брошки. Нам нужно расстегнуть булавку. И на ту часть, которая у нее
не расстегивается, нам нужно нанести горячий силикон вот таким образом. И быстренько приклеиваем его к середине нашего большого кружка фильтра. Ждем, пока он приклеится. Это, как всегда, быстро, легко и оперативно. Так, есть. Вот, дорогие друзья, можем увидеть. Вот так оно вот быстренько проклеилось. Теперь мы берем кружок меньше по основанию. Он будет перекрывать... Вот эту основу? Эту основу и закреплять ее, собственно говоря. Да, потому что я только тоже подумал, думаю, не оторвется ли. Вот теперь... Точно не оторвется. Угу. Контрольная шина. Эстетично. Угу. Опять-таки размер, как и этого кружка из фетра, так и булавки можно тоже регулировать. Конечно. Все зависит от того, какое мы в результате хотим получить изделие. По ну да, мало ли, кто-то на полгруди там хочет кто-то себе. Кто-то на полгруди, кто-то очень маленькая, допустим, наоборот. Все, теперь мы можем застегнуть нашу булавочку. Угу. Вот готова основа для нашей прошки. Так, теперь уже лицевую часть начинаем оформлять. Мы начинаем. Начнем мы с лепесточков. Угу. Как их делаем? Да, вот они у нас такие. Сейчас я покажу, как мы их будем делать. Я уже вижу, что будет проще. Мы берем ленту, складываем ее вдвое. Вот таким образом. Один на один. Наносим на ту часть, которая будет прятаться вовнутрь. Силикон. Так, есть. И прикладываем верхнюю часть к нижней. Есть. Обрезаем не нужно. Так, получается. Вот у нас такая... готов лепесточек. Так, показываем. Вот так, дорогие друзья, очень легко. Ну что? Вот здесь проклеили мы все. Да. И получилось вот. Все у основания, если он даже будет ситуация, это не страшно, потому что он будет прятаться. Теперь мы будем уже крепить это все на основу. Выкладывать наши лепесточки. Так. Лепестки будут у основания роз, поэтому нам ориентировочно уже нужно себе представить, вообразить, куда мы какую розочку повесим. Желательно это уже определиться. Да, хотя бы не проклеивая, но распределить для себя. Потому что у Тани всегда все получается очень быстро и легко. Она уже видит, как будет, каким будет результат. Ну, при желании можно повторить для начала, чтобы вы поняли основной принцип. Так, я думаю, впоследствии у вас будут получаться уже свои композиции с иным расположением. Мы наносим силикон прямо на фетр. И в то место, куда мы нанесли силикон, мы приклеиваем лепестки. Оно хорошо будет, да, держаться? Конечно. Силикон пропитывается внутрь материала, как лентой, так и фетром, то есть, и абсолютно... Скрепляет уже, да, хорошо? Да. Там намокания какие-то, ничего, да, уже? Ну, абсолютно. То есть, можете свободно прыгать в реку, в море, на волнах брошки, пускай. В принципе, как вариант. Пускай все видят, какая красота. Не только ж удивлять купальником, надо купальник как-то разбавить. Брошью. Раз, все. Все очень легко и просто. Тем более такой вариант. Почему бы и нет? Ведь можно... Антивода. Так, теперь мы приступаем к нашему расположению наших роз. Так, есть. Начинаем с центральной, желтой. Так, ну, не зря проходят наши уроки в эфире. Я так и думал, что она будет там расположена. Вот, видишь, ты уже начинаешь чувствовать композицию. Я думаю, что просто ее размер не позволяет в другое место ее просто распределить, поэтому мне сегодня легко. Так, есть. Мы крепим нашу розу так, чтобы лепесточки выступали из-под нее. И прячем то место, где оно там стыкуется уже с ветром. Так, есть. Желтая прикреплена. Боже. Если на купальнике будет смотреться невероятно. Все рыбы будут, в шоке просто. Кстати, сделайте своей жене, возьмите ее на рыбалку, шокируйте рыб, пускай повсплывает со смеху. Плавает в брошке. Хороший вариант, раз. Как вариант, кстати, да. Так, есть. Мы прикрепили вторую.
Теперь мы будем облучать нашу желтую розочку в более маленькие. Чтобы ей было не скучно. Угу. Компашка, да. Я понял уже, что без компании никуда. Это прям без компании никуда, знаешь, Таня красавица, она мне нравится, а я без Таньки никуда. А вы свободны, господа. Никуда же, даже на рыбалку с брошкой. Да. Так, и последняя у нас. Нет, не? Еще одна, а, еще одна есть. Ну, это уже моя слепота. Ляпота. Так, есть. И вот сюда мы перекроем. Угу, вот перекрываем. Но все-таки не зря, да, все-таки не зря уроки проходят. Видишь? Да. Так, есть. Мы перекрыли все наши лепесточки. У нас такая, бутончик такой получился. Угу. Так, теперь есть, мы теперь... берем наши бусины. Ими мы будем заполнять коричневые места. О. Да. Ну, то есть что так, массивно. Конечно, это же брошь. Если же, упала брошь на пол, то было слышно, что это брошь. Можно использовать жемчуг для привлечения рыб большего. А, ну да, можно и так. Так. Мне теперь интересно, как мы будем. Отдельно, да, каждую клеим? Да. Потому что я бы такой, что заклеил все, потом засыпал. Чем засыпал? А вот... Все вместе сразу, чтобы было красиво. Ну, приблизительно так оно и будет. Мы теперь берем и заполняем. Угу. Опять-таки цвет, желательно, чтобы, да, был в гармонии, скажем так, со всей композицией. Ну, конечно, так как мы определили, что это будет желтый-голубой. Размеры как-то будут играть значение или можно тоже разные, вот как у нас? Все по усмотрению, желанию творца. Угу. То есть можно бабахнуть одну большую? Можно бабахнуть одну большую, а можно тысячу маленьких. Розочек, можно тысячу маленьких, это может быть всевозможно по-разному. Так, заполняем. Ну прям грядка. Угу. Так, мне напоминает Снежную Королеву, знаешь, у них там была грядка из роз. И странно. Не помнишь? Нет. Вот так. Наверное, я плохо смотрела мультик. Читай, читай. Как вариант. Потому что в мультиках иногда и в фильмах не показывают. Вот так, спрятали от тебя розы. Так, ну что, у нас буквально уже остается еще минута. Я думаю, что мы успеваем, да, еще? Да, конечно. Угу. Дополняем пустые места бусинками. Вот так. Для наших телезрителей скажу, что Инна у нас сейчас приболела. Поэтому вы тоже берегите свое здоровье, пейте чай с лимончиком, лечитесь. Ну и, конечно же, ждем уже Инну домой. Инна, давай уже в эфир. Возвращайся. Да, потому что брошь сегодня сделали, а кому цепляет? А все. Кому? Ну, сейчас я примерю. Почему бы нет? Со смеху не рыбы, но зрители попадают. Нормально. Так, есть, да? В принципе, готово. То есть мы решили немножко оставить коричневых мест. Ну, как бы оно дополняет красиво. Угу. Можно полностью заполнить, это по вашему усмотрению. А если что, желтый тоже, я смотрю, есть вот ты брала, да? Желтый, да. Можно желтым еще заполнить. Можно более меньшими бусинами вот такими заполнить. То есть. То есть вариации сколько угодно. Но я думаю, что да, действительно. Боже, красота. Давай, наверное, тебе мы попробуем. Да? Давай. Давай, попробуем. Давай. Так, смотрим. Ой, как раз так синее, под голубое, синее. Вообще. Вот так, дорогие друзья, легко и просто. Вот такая красота была создана Таниными руками. Пусть будет нашими. Это же моральная поддержка. Да, моральная поддержка. Смешил рэп и зрителей. Так, ну что ж, спасибо тебе большое, Танюша. Я напоминаю, нагадаю вам, дорогие телеглядачи, что сегодня у нас в программе была Тетяна Курочкина, майстриня, яка своїми руками створила ось таку красу. Ви також маєте можливість створити таку брошку в себе вдома. Ну і, звичайно ж, порадувати не лише себе, але й всіх оточуючих. Дякую. Come to be.